Семья Костючек пришла на праздник у причала так же, как и живет, в полном составе, дружно и в хорошем настроении. Их история началась 10 лет назад. Поженились Денис и Элла после окончания вуза. Один за другим родилось трое детей. Родители признаются, с появлением на свет Арсения, Кристины и Ростислава жизнь изменилась коренным образом, но только в лучшую сторону. Когда появился Арсений, было немножко тяжело из-за того, что мы не знали ничего. Как молодые родители, старались и то понять. Но потом потихонечку оно все приходит, как говорится, с опытом. Все приходит с опытом. И мы довольны тем, что у нас сейчас трое деток. Главное – это любовь, семейная любовь, забота друг о друге, сплоченность семьи, уважение семьи. Ну, любовь, для нас любовь. И таких счастливых семей на празднике было немало. Администрация района проводит подобные мероприятия уже не первый год. И, как отмечают специалисты, с каждым разом инициатива становится все популярнее, ее программа динамичнее и красочнее, а улыбки на лицах зрителей и артистов шире. Сегодня здесь очень много людей. Выступают в основном детские коллективы. Основную программу составлена из учащихся двух творческих центров. Это Art Piper творческий центр и My Baby, школа развития детей. Вот. Это традиционный праздник. Именно в День семьи мы собираемся на набережной, чтобы порадовать наши семьи, вот, чтобы подчеркнуть еще раз, что мы очень дорожим каждым человеком в Ленинском районе. В этом году району исполнилось 40 лет. И мы считаем, что Ленинский район – одна большая семья, и поэтому тоже важно подчеркнуть значимость каждой семьи, как ячейки общества нашего Ленинского района. С Днем семьи брещан поздравил и депутат Палаты представителей Леонид Брич. Избирательный округ Леонида Григорьевича охватывает практически весь Ленинский район, и по признанию народного избранника, людей, которые здесь живут, он давно считает родными. Для любого государства семья – это основа, потому что в семье воспитываются настоящие патриоты своей страны. И семья – это мама, папа, это детишки. Детишки радуют родителей. Родители занимаются воспитанием детей, чтобы и они радовали тоже детей. Потому что, ну, и это прогресс, это жизнь, это действительно то, что нужно сегодня любому государству. А нашей молодой стране очень это нужно. Праздничные мероприятия у причала продолжались на набережной практически целый день. Помимо концертной программы, гостей ждали конкурсы, игры, выставка-ярмарка и городок развлечений. Хорошее настроение и позитивные впечатления участникам были гарантированы. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.